свиная вырезка живота по-китайски. Сегодня у нас в меню китайское блюдо. Будем готовить его из свинины. Название у него Хонг Шао Роу. Трудно выговаривать, но, тем не менее, не так сложно готовить. Ознакомьтесь с ингредиентами, пожалуйста, и мы начинаем. Нам понадобится имбирь, 1 столовая ложка. Его, прежде чем перемолоть, конечно же, надо очистить. И лучше и удобнее всего это делать с ложкой. Это наш совет. Затем мы должны его нарезать и измельчить. Вы можете это сделать как ножом, также вы можете сделать это и в блендере. Четыре-пять стручков зеленого лука мы нарезаем мелкими колечками. Два зеленых перца чили. Это для остроты. Если вы не любите острый, то это можно и не класть в ваше блюдо. Паприка. Нам понадобится пол паприки в конечном итоге, но мы советуем взять 1/4 одного цвета паприки и 1/4 другого цвета паприки, для того, чтобы блюдо было красивым. Но в принципе овощи в это блюдо можно вообще не класть. Берем свиную вырезку живота и отрезаем от нее кость. Ее можно тоже приготовить в этом блюде, а можно отложить для приготовления какого-нибудь бульона. Итак, 500 грамм свиной вырезки живота мы нарезаем кусками по 3 сантиметра. Как я уже и сказала, в оригинале это блюдо готовится без овощей. Овощи – это просто наше пожелание. Так что вы можете приготовить это блюдо, добавляя овощи, а можете просто с мясом. Нарезаем всю вырезку. Итак, кипятим воду, в которой мы будем отваривать мясо. Как только вода закипела, мы добавляем туда 2 стручка зеленого лука, пол луковицы, несколько чеснока, головок и кусочек имбиря. Все это мы добавляем для того, чтобы когда мы будем кипятить, варить наше мясо, оно было избавлено от неприятного запаха. Кипятим где-то 10 минут, затем извлекаем мясо и даем ему отечь. Берем глубокую сковороду или кастрюлю, наливаем туда растительное масло, точно так же, как для жарки, в таком же количестве. Добавляем 2 столовые ложки сахара и начинаем его растапливать до того, как оно приобретет карамельный оттенок. То есть готовим карамельный соус как основу. Как только это произошло, мы закладываем туда мясо и начинаем его жарить в этом соусе. Как только все мясо окрасилось и дало жир, то тогда нам нужно будет этот жир слить. Мы слили жир и закладываем молотый чеснок 1 столовую ложку. Также можно добавить и алкоголь, как делают в Китае. Далее мы закладываем перемолотый имбирь и зеленый лук, заготовленный нами прежде. Продолжаем жарить, пассируя, все время перемешивая. Далее добавляем соевый соус 1 столовую ложку. Как я и говорила, вы можете добавить алкоголь, коньяк или водку 1 столовую ложку. И устричный соус 1 столовая ложка. Все это мы перемешиваем и продолжаем жарить. Жарим где-то минут 5-8, а потом добавляем воду 350 мл. Накрываем крышкой и варим, пока вода не закипит. Как только она закипела, мы снимаем крышку и продолжаем жарить без нее. Теперь мы можем добавить туда наш зеленый чили, когда вода практически ушла и вся водяная масса превратилась в консистенцию, похожую на соус.
Продолжаем жарить на сильном огне, перемешивая, и добавляем паприку. Паприке не нужно много времени, чтобы приготовиться. Достаточно 1-2-3 минуты. Как только паприка станет мягкой и вся вода уйдет, останется только немного похожей на соус масса, то тогда ваше блюдо готово. Сервируем его с рисом. Можно еще налить какой-нибудь супчик. И приятного вам аппетита!